Я собираюсь повернуть направо. За здание. Я собираюсь повернуть. Смотрите, все очень просто. Там за здание есть отдельный въезд. Вот съезд с дороги есть отдельный. Зачем вам ехать по тротуару, чтобы завернуть за здание? Объясните мне, пожалуйста. Ну в чем сложность-то? Проехать по правилам, скажите. Покажите, что здесь вообще есть что? Отметка, что я здесь могу ездить. Ну где можно по тротуару ездить, скажите, пожалуйста. Вы же водитель. Где здесь написано, что здесь такой тротуар? Вы кто, корреспондент? Вы почему нам, гражданам, не даете туда проехать? Вы не кричите, я вас слышу, хорошо. Мам, сядь, пожалуйста, в машину. Вы можете проехать по правилам. Зачем вам нарушать, скажите, пожалуйста. Смотрите, да. Я имею право, ПДД, если вы говорите, я имею право на погрузку-выгрузку заехать, да. Если у вас есть накладные, вы сказали, за здание хотите. Я там имею право на погрузку-выгрузку. Пожалуйста. И это не значит, что пожалуйста. У меня должны быть накладные. Понимаете? А как? Именно это и значит, нет. Сотрудники именно это и проверяют. Смотрите, какие вы только что сказали, что за здание. Вот там есть отдельный заезд за здание. Съезд с дороги. Зачем надо ехать по тротуару? Объясните. Хорошо, хорошо. Все, никаких сложностей же нет. Проехали, Костя, по правилам. На кого ты тратишь подойди. Время? Не надо тратить время, конечно. Надо проехать по правилам и все. На тротуар просто хотите заехать, а мальчишки не хотят, чтобы вы заезжали. Они как пешеходы стоят на тротуаре и удивляются, почему же водители сюда упорно едут. Не, проезд здесь нет. Едут сотрудники ДПС с мигалками. Не уверен, что к нам. Но едут. Нарушений не видит. Паркующихся машин не видит. Ничего, мы вам не мешаем здесь. Боднули бампером Кирилла зачем-то, совершенно непонятно, на ровном месте. Ну и, собственно, водитель, который настаивает на том, что хочу задавить пешехода на тротуаре. Пустите. Подмосковный АУК, 166 номер, пытается заехать на тротуарчик. Или развернуться. Ну, какие-то странные телодвижения совершенно точно. Ну, не можем заехать. Не стал мальчишек давить. Хотя странно. Он просто сейчас разгон возьмет. Или так. Ой, девушка, на тротуар хотите заехать, не надо. Что? На тротуар хотите заехать, не надо. Сотрудники приглашены, будут штрафовать сейчас. Сотрудники ДПС видят нарушение. О, и к нам приезжают. Здрасте. Вы порядок наводить, да, приехали? Ну, заявка была, что паркуется на тротуаре. Да, ну вот смотрите, видите, как весело здесь. Даже катаются, не только паркуются. Да, заявку сделаем, эвакуатор выйдет. Да. А, заявку это, кстати, я звоню. Ну, вот Кирилл тоже звонит. Ну, чего? Чего? Ну, по заявке приехали на парковку. Сейчас будем эвакуатор вызывать. А, да я их уже это... Мне позвонил этот, как его, участковый. Только что. Сказал, сейчас, ну, закончится бумажная работа и подойдет. Прекрасно. А зачем нам участковый? Ну, хочет что, видимо, плохо, понаблюдать, будет. Постоять. Да. С тобой здоровается Виктор. Этот, что ли? В камеру. Давай в камеру. Ну вот, на глазах у сотрудника ГИБДД паркуется мужчинка на тротуарчике. Вот. Наш покой и покой детишек на тротуаре охраняют сотрудники с
улице, какая тут улица у нас? Верхних вод. Ух ты ж, смотри, как подходит. И, видимо, будет сейчас меры административного воздействия применять. Ничего себе. Ну вот, легким испугом. Сейчас это самое, подъедет инспектор с эвакуаторами, специально. Но мы сами не заберем. Ну, понятно. Все, сейчас подъедет информация. Все, ждем, спасибо. Ну вот, активисты пока ждут эвакуатора и инспектора. Они балуются приложением «Помощник Москвы» и штрафуют водителей, которые припарковались на тротуарчике. То есть будет штраф от «Помощника Москвы». И плюс сейчас ждем эвакуатор. Надеемся, что утащит. А? Заполните. Конечно. Эвакуатор приехал. Способные. Мы стараемся. Парковка. Где знаки, скажите? Здесь всегда была парковка. Не-не-не, давайте не, всегда не будем говорить. Какой? Где знаки? Парковки. Знаки парковки не должны быть во дворах. Правда, это не двор, это тротуар. Двор. Нет. Где тротуар? Вот это вот тротуар. Вот это тротуар. Прям определение. А там? И там тоже. Открываем ПДД, читаем определение, прям тротуар. Ну давайте, когда ваши эвакуаторы приедут? Вот ждем, вызвали. Нет, сотрудники уже приезжали, они просто продублировали. Они сейчас... Были уже, они же регулярно здесь и штрафуют, и эвакуируют, вы не понимаете. Я знаю, что вот там штрафуют. Здесь, да, здесь тоже. А здесь нет. О, дудит. Вот так можно объехать, вот так раз, и выехать. Или вот здесь так раз, а там тупик. Поэтому все здесь едут. Вот так раз, и там. Ну да, но здесь тротуар, а вот там можно, да. Бочком так раз, и по дороге хоп, и сюда вот раз, и вот так развернуться здесь и повернуть. Да, вот здесь раз можно, но по дороге не надо. Нет, ну по дороге надо, по тротуару не нужно. Вот здесь же можно проехать. Там все поближе-то снимать? Да там есть кому. Друзья, ну вот такая картинка. Дети ходят маленькие по тротуару. КамАЗы, пытающиеся сюда заехать. Легковые, которые не видят этих детей и сдают задом. Там где-то сзади ребенок. Надеюсь, он уже прошел. Да, вот он уже прошел. А мог и не пройти. В общем, беспределище. На тротуар хотите заехать? Зачем, не знаю. Эвакуаторы едут, сейчас забирать будут. Здесь нет парковки. Мальчишек почти задавили задним ходом. Что, все живы? Он умышленно едет, у него камера, он видит человека. Он в этом мониторе видел человека, ехал на него специально. Все, все живы? Под колеса бросает, руководить. Совести вообще нет. Покидайте тротуар. Стекла прочные. А что покидать? Пусть стоит, сейчас оформим. Ваши проблемы. Да, но на тротуаре. О, вы уже собрали вокруг себя 6 человек смотрят на вас, на одного. Сидите, да. Долго надо прожить лет, чтобы мы таким дожили? Да, такой. Дожил до таких середин. Таким нехорошим человеком быть. Куда пошел?
исходники. Могу скинуть посты. Что по радиомашине? Вы сейчас кого спрашиваете? Ну, у вас же здесь все за одного, один за всех. Ну, хорошо, вызывайте сотрудников, оформляйтесь на тротуар, да. Наезд, да. На пешехода, лишение прав. А где тоже. Здесь наезд? В смысле, вы, если вы покинули место ДТП, это уже... Вы кулаком уже... ударили. Нет, подождите. Я на кого-то наехал? Да. Покажите. Ну, думаю, мальчик там стоит, у него рука отбита. Ну, понятно. Ну, в общем, что, не считаете себя виноватым? Нет, да? Я считаю, что надо лишить прав просто за покидание места ДТП, как бы. Да и... что вы говорите? Конечно. Да что вы говорите? За наезд например, а то, на тротуаре. Вы победили машину. Вызывайте сотрудников. Ну, слушайте, вот это детская какая-то снимает. Что по-взрослому? Вы скажите, да, мы будем делать по-взрослому. Давить людей это по-взрослому. А я на кого-то Материть наехал. Незнакомых людей это я по-взрослому. Кого-то наехал. Нет, не наехали. Ну и все. Это клевета с нашей стороны. Да. А машину вы мне испортили. Это... Вызывайте не сотрудников знаю. ДПС. Ну, собственно говоря, друзья, в этот момент, я думаю, вы уже увидели ставку. А движение задним ходом, а еще и на тротуаре. Ну как так это может быть? А вы вот вы едете по тротуару еще и задним ходом. Ну как это? Хочу выехать. А, у вас не получается, да, вы? Да, еще тротуар. И вот дальше тротуар. Люди просто правила не знают. Но я уверен, что вы-то их знаете. Точно, да? Ну я уверен, но видно по водителю, он знает правила, поэтому да, не, это не факт. Чисто техническая может ошибка. Может быть, он просто спустился откуда-то и да, там... Ну откуда-то другие... это из Брянска, вот у него 32. Ну или еще откуда-то, да. Не а знаю. Там правила другие, может быть. Полегче, полегче. В общем, да, парней там давят только почем зря. Ну, с другой стороны, сегодня много, можно одним больше, одним меньше. Три Ольги пытались заехать на тротуарчик, но передумали. Показываешь мне кулак. Это агрессивный водитель, маршрут почему? Да. Вот, друзья, эти люди, которые прибегают, кричат, что мы что-то нарушаем, что они сейчас вызовут сотрудников полиции, или что они дождутся сотрудников, которых мы вызвали, потом почему-то прыгают в свою машину и уезжают. Напишите в комментариях, как назвать таких людей. Человек, который давил активистов, сейчас поедет по тротуару, ну и собственно уедет совсем с данной локации, хотя очень хотел вызвать сотрудников, очень и привлечь нас всех, всех-всех. Ну давай, выезжай. А, вперед поедет, то есть целиком проедет тротуарчик. Молодец.